Вы смотрите обзор товара ботинки демисезонные, подошва Нитрил, Рабасис. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Универсальная модель для тяжелых работ в различных отраслях промышленности, нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, в черной и цветной металлургии, на транспорте и в сельском хозяйстве. Материал верха, термоустойчивая водоотталкивающая кожа повышенной толщины, 1,8-2,0 мм. Нитрил, синтетический каучук, резина. Характеризуется отличной устойчивостью к воздействию высоких температур, стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, кислотам и щелочам слабой концентрации, обладает высокой устойчивостью к скольжению. Основные характеристики. Ботинки ПУ, Нитрил демисезонные. Материал, натуральная кожа. Утеплитель, нет. Подносок, термопласт. Подошва, полиуретан, нитрильная резина, литьевого метода крепления, ПУ плюс Нитрил. Цвет, черный. ГОСТ 12,4-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12,4-95. Температурный диапазон, от минус 50 градусов Цельсия до плюс 280. Размерный ряд с 39-47. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.